Новый день, точнее уже вечер. Привет, мои хорошие. Спрашивала вас недавно, как вам мои влоги, нравится или скучно, потому что я понимаю, что сейчас уже нового ничего снимать нету. Все старое, как обычно, жизнь. Проснулся, покормил детей и начинаешь стараться делать какие-то вещи, помогать родителям и так далее. В общем, в деревне не соскучишься. Работы всегда хватает, и мне кажется, что я уже сняла все. И не знаю больше, что снимать. А одно и то же каждый день. Мне кажется, вы скажете, все, хватит своей деревней. Вот. И поэтому я у вас спрашивала в предыдущем влоге. Но вы мне написали кучу сообщений, за что вам огромнейшее спасибо. Вот просто вот невероятно благодарна за то, что вы отвечаете на сообщения, на мои вопросы, за то, что вы участвуете в комментариях. Это на самом деле, ну, знаете, вот когда я выкладываю видео, естественно, что я жду от вас какой-то реакции, потому что я это делаю со всей душой. Мне хочется, чтобы вам нравилось эти видео, потому что я сама люблю такие видео. И мне на самом деле это такая терапия души, и это очень успокаивает как-то. Прям вот гармония какая-то получается внутренняя после просмотра таких видео. Поэтому я действительно делаю это с любовью. И вот, и чем вы можете мне отплатить, ну, грубо так говоря, да, это вот комментариями, лайками теми же, потому что YouTube мне уже практически ничего не платит, к сожалению, из-за событий, я думаю, которые вы, в принципе, в курсе. Поэтому можно сказать, что я это делаю на таких, не знаю, по привычке, потому что люблю это дело, вот, поэтому снимаю, продолжаю снимать дальше. Ну и память плюс кому, конечно же, вот. Ну и само собой, что мне хочется, мне приятно получать от вас реакцию, что вы пишете, комментируете, такие добрые слова моим родителям, мне, моей семье, поэтому огромнейшее вам спасибо, вот прям на самом деле это большого стоит, как всегда. Я знаю, что вы у меня классные, что вы у меня добрые, такие отзывчивые все, теплые люди. Вот, так что сейчас вечер, вчера было купайло. Обязательно покажу вам немножко, как оно прошло. С детьми понятно, что это чисто было, знаете, пришли, увидели и ушли, потому что не погуляешь ни с кем, не особо, потому что дети. Вот, тем более Миша ложится в 9 вечера спать, и после 9 где-то с ним быть, это уже нереально. А костер зажгли, я не знаю, после 10. Мы долго ждали, я его прям на руках таскала, потому что он уже все начал капризничать и хотел домой. Вот. Сейчас он бегает на песочке, уже не жарко, в памперсе. Кстати, да, я вам говорила, что мы уже больше не на груди. И иногда спрашивает, но спрашивает так, показывает на грудь и говорит «бе». Я говорю «да, бе». И он такой грустный, грустный, прям в душу смотрит с надеждой. Парать кветки. Спешите встретиться с главными героями праздника Купалой и Купалинкой, с лучшими творческими коллективами и солистами нашего района. Захвори старые и надели тело силою небывалою. Ну а к вечеру костры зажжем алые. Веселитесь от души, как ребята малые. Сегодня Купала, а завтра Ян. Пожелать вам здоровья, успехов, счастья и с праздником вас всех. Это которые нам приходили петь? Ну, это другие. Теперь Купайло, а завтра я. Класс! Что там? Что там? Да, много пузыриков. Что такое?
Ночка няма, молода, кудрява, целую ночь не спала, за стихом гуляла, а я чай. Первые слезы не беда, первые слезы как вода, вторые упадут, нежной ромашкой расцветут. Ветка, нога. Аганины, гимнянины, песня выпорхнет в окна. Аж подуза, как лапчины, бошан кожному цана. Як шмеи будут мужчины, я як шел такая и... А, какая звучит хоть один бы боком кинул, покусилась я в ялми. Наливай спусе, наливай до краев. Ох, играй, играй, ох, играй, моя кровь. Наливай спусе, наливай спусе, наливай. Утро! Па! А сейчас для вас поет народный вокальный ансамбль Полесского сельского дома культуры «Песница», руководитель Дмитрий Обровец. Класс. Просто не могу. Такой красивый букет. Прям не могу. Он так пахнет. Обалденно вкусно.
Миша со всеми здоровается. Кто ходит, проходит, всем говорит здрасте. Или здравствуйте. Миш, как ты говоришь здравствуйте? Ты уже в штанике это? Паш, Миш, как ты говоришь здравствуйте? Скажи здравствуйте. Неправда, эти цветочки очень вкусно пахнут. Скажи здравствуйте. Ужас. Нет, смотри. Ага. Не достанешь понюхать? Еще раз попробуй. Подпрыгни. А вот эти, да, это ты можешь. Очень вкусно пахнут, Миш. Ну-ка, чуть-чуть. Нет. Вот только не шлепни. Давай, понюхай. Понюхай. Не хочешь. А вот это просто фантастика невероятная. Мало того, что красивые, так это так пахнут. На весь двор. Очень. Не достаешь? Еще раз подпрыгни. Попробуй. Вот же ж незадача. Понюхай эти, они очень вкусно. Наконец-то. И роза. Давай, понюхай. Еще надо посмотреть. Там что-то есть, может, какой мурашка или еще что-то, и ему сразу все. Хочу показать вам облака. Как всегда, я в своем репертуаре. Любительница природы. Видите, какие красивые. Как нарисованные. Фантастика. Что, Мишут? Угу. Улетела. Так красиво пела. Чуть-чуть успела. Сейчас готовлю молочный рисовый суп. Это суп, который я обожаю из своего детства. Он чем-то похож на турецкий сютляч, потому что он очень сладенький. Еще туда мама обычно всегда добавляла маслица. Это просто очень вкусно. И на самом деле мои дети тоже это любят. Знаете, я сейчас просто думаю, вот мой канал, там много рецептов и так далее. Хотя не могу сказать, что эти все рецепты идеальные, что они красиво сняты, что всегда красивая картинка, всегда выставлен свет и так далее и тому подобное. Вот как раз-таки на моем канале этого достаточно немного, да. То есть обычно вот видеорецепты такие простые, вот как дома, сняли и нормально. Вот, и я понимаю, что мой канал на самом деле это не только не просто про кухню, про рецепты, а это вот про отношения. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я. Миша меня зовет, сейчас приду. В общем, канал, по сути, да, это и есть вот прям та же психология, которую многие из вас почему-то не воспринимают. Потому что это отношения. Отношения с мужем, да, как мы готовим вместе. Отношения с моей свекровью турецкой, с моей турецкой мамой. Ведь тоже отношения. Отношения с моей мамой, с моим папой, ведь тоже готовим вместе, я помогаю, ассистирую и так далее. То есть это все про, знаете, про какие-то про отношения внутри семьи, где царит любовь, уважение и добро. И просто вот взаимопонимание. К этому можно прийти практически каждому из вас. И мне кажется, кому вот этого не хватает, им хочется это видеть, им хочется в это верить, им хочется как-то к этому приблизиться. Поэтому это абсолютно нормально. И я очень рада, что вы все здесь собрались. И за рецептами, и за просто хорошим настроением, и за атмосферой такого семейного очага. Это классно. Побежала, потому что Миша зовет.
Девчули, посмотрите, какой красивенный получился борщик. Цвет просто вау. Невероятно. И вкусные. Сейчас уже съели полкастрюли. Прям обалденно. Кому надо, рецептом поделюсь. Очень просто все. Наверное, слишком много жира. Почему? Ну, я просто сразу наелся. Ну, хорошо. Ты просто овсянку купил. Пойдем. Ки. Коля, пойдем. Павел пошел. Он уже поел. Ты кушай. Поел, да. Чай. Ой, да. Чай там тоже. Ну, кушай. Будешь еще пирог? Весь себе забрал. А, пирог. Угу. Угу. За столом кушаем. Не идем никуда. Кушаем за столом. Да, кушай пирог и чай. Или уже наелся? Наелся? Да. И, друзья, если вы хотите заниматься саморазвитием, если вы чувствуете, что вам нужна какая-то поддержка или решить какие-то вопросы, возможно, в отношениях, вам что-то не нравится, вы бы хотели что-то поменять, поменять себя, свое мышление и так далее, то обязательно заходите в мой телеграм-канал. Там очень много полезных упражнений, техник, просто постов, которые на самом деле открывают на многие вещи глаза и помогают меняться себе в первую очередь и своему окружению. Так что, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была в ваших руках, то обязательно заходите, я вас жду. Ссылка будет внизу, так что присоединяйтесь. Нет, там не надо кушать, Миш, пожалуйста. Крошечки будут. Иди, покушал, тогда иди. Окей? Хорошо? Ты рисуй, нарисуй мелком что-нибудь. Вот, тю-тю. Да, класс, рисуй. Ай, как красиво. Жара возвращается. Я бачу велосипеда немає. Я поїхав. Він на реце. Кадру. Ура, молодец! Так, у нас тут что, мама, огурчики? Да. Ну, вкусно так пахнет, чесночок, прям обалдеть. Так, что ты сюда бросаешь? Укропчик, лавровый листик, чесночок, хрен. Хрен, смородинки, листочки. А, вот, да, листики смородины. Все. И все. Вкусно так, запах прям, уже как будто готовые банки прям пахнут. Это самый маленький тренируется. Те, которые стоят, это уже побольше, постарше, а это самый малыш. 5 аистов. Я вообще не видела, что так было много. Большие дюбки уже становятся красными. Были черными. Уже растут и все. Скоро улетят. Скоро станут оранжевыми. Да.
Спасибо, девчонки, что досмотрели до конца. Я очень вам благодарна. Надеюсь, что вы хорошо провели время, отдохнули душой и телом. Возможно, какую-то пользу для себя еще помимо этого получили. Хочу обратиться к вам за помощью и поддержкой. Я очень сильно хочу развивать дальше этот канал. И мне действительно нужна ваша помощь. Поэтому что вы можете сделать? Помимо лайка, если вам нравится, комментариев, вы можете делиться в своих соцсетях моими видео. Я буду вам очень-очень-очень сильно благодарна. И на самом деле это действительно очень сильно поможет мне продвигаться. Вот, это то, что я хотела у вас спросить, попросить. Надеюсь, что вы меня правильно поймете. И еще раз спасибо большое, что вы до сих пор со мной, что вы смотрите все мои видео, и за ваши прекрасные, теплые комментарии, которые вы пишете. Кстати, в следующем влоге у меня будет супер-классный сюрприз именно для тех, кто пишет комментарии. Так что подождите немножко, и скоро будет новый влог. И там вы кое-что приятненькое для себя увидите. Все, на этом я прощаюсь. Еще раз спасибо вам большое. До новых встреч. Пока-пока.